Конечно, большая часть присутствующих из нашей группы. Беру как поддержки, как говорится. Но полезно будет все равно всем послушать. Так, ну, коротенько тогда представлюсь. Ну, я обычно так человек более популярный с точки зрения того, что мне приходится выступать, хотя мы как-то работаем с супругой Ольгой. Ну, для кого это что-то значит, как близнецовый планёнок, мы работали совместно. И, ну, можно сказать, взаимозаменяемы, так как потом структура у нас слияние в определенное время произошло, поэтому я могу использовать женские энергии, она может использовать мужские энергии, мы можем сбойные энергии использовать, одновременно работая. Поэтому здесь возникает уже много различных дополнительных вариантов. Но я это отвлечение делаю, потому что хоть она чаще всего сидит сзади, но практически мы работаем вдвоем. И в поездках вдвоем бываем, но если даже и в поездках мы по отдельности, то я могу проводить занятия в одном месте, а она дублирует это в другом месте, в другой группе. Как правило, когда вот у нас сейчас занятия идут и с использованием интернета, то, соответственно, подключается много людей, и трансляция идет на разные страны этих занятий. Занимаемся мы уже давно, уже с 91 года, после возвращения в этот мир, ну, сразу началась работа с группами уже по обучению, передаче знаний и тому подобное. Но что такое возвращение назад? Это фактически уход из этого мира. В 91 году это то, что называется достижение окончательного просветления и освобождения. Когда идет уход, если идет в мощном потоке света со сворачиванием структур, но когда задача еще заключается в оказании помощи людям здесь и проведении соответствующей работы, то тогда приходится сохранять эти структуры для того, чтобы иметь возможность работать на разных планах. Поэтому занятия у нас происходят не только здесь, но занятия у нас происходят и на тонких планах, в других мирах. И опять-таки, как я и в докладе говорил, что когда с ума сходят поодиночке, да? Если это уже касается многих факторов и касается многих людей, то тогда, конечно, это уже определенная закономерность. Поэтому реально, когда вот какие-то занятия у нас проходят и на тонких планах, то потом тоже некоторые из наших учеников говорят, а это точно, что вот мы занимались там? И когда вот не только один это говорит, а разные ученики говорят, что да, вот сегодня ночью проходило занятие, ну тогда это понятно, что это уже не приснилось кому-то, а мы реально отрабатывали какие-то навыки, какие-то действия. Но это, как говорится, новые возможности по мере того, как идет развитие человека. И здесь вот то, что, допустим, в докладе еще не успели, а это слишком. Вот, так, вот эта вот таблица. Но, к сожалению, здесь на этом пути не делается крупнее. Но здесь вот этот состав человека. Здесь вот физическое эфирное тело, где три ступеньки или слоя соответствуют физическому телу, где вот плотное, жидкое, газообразное. Дальше четыре эфирных тела, два очень тесно связаны с физическим телом и практически не покидает никогда физическое тело. Благодаря им у человека усвоение и выделение, то, что необходимо для людей. Дальше жизненные эфиры, это он связан с клеточной регенерацией и на внешнем уровне это продолжение рода. Дальше световой эфир, вот как раз тут присутствовал у Закаревича, да, он как раз говорил о световом теле и использовании вот этого светового потенциала для, как вот
практика в целительстве. Реально вот этот световой эфир, это как следующий слой эфирный. И как я в докладе сегодня уже говорил, он дает возможность человеку повышать чувствительность. Чем более развит вот этот слой, тем больше чувствительность у человека. Если вначале вот плотное, мягкое, там, жидкое, горячее, холодное, то затем человек начинает более тонко разбираться уже в вибрационных уровнях. И как раз вот у многих из вас уже тоже в определенной степени эти тела развиты, поэтому у вас тоже есть возможность экспресс-диагностики, применяя именно чувствительность свою к разного рода вибрациям. Если вы хотя бы вот так вот хорошенько разотрете до горячего руки, снимается офисная пленка в этом случае, так, и хорошенько протрясете, но я не буду полностью всю подготовку, хотя бы это, и вы вот так вот поставите ладони близко, то вы уже какие-то ощущения почувствуете. Так? Вот. В любом случае какие-то ощущения у вас будут. Вот у начинающих ощущения могут быть тепловые. Затем уже начинают чувствоваться вибрационные ощущения, и вот это может быть использовано для экспресс-диагностики. Вот, можно. Когда рука подготовлена, и вы просто можете вот так вот проводить рукой, и сразу вы можете определять, где проблема у человека. Если вот все ровненько, да, рука идет и все ровненько, ну вот здесь немножко уже есть проблема, вот здесь есть проблема, да. Вот здесь есть проблема, вот здесь есть проблема. То есть ведешь рукой, и уже сразу можно сказать, где у человека проблема. Это самая простейшая экспресс-диагностика, хотя есть вот маятнички, есть рамочки. Я когда-то в начале 90-х эти методы давал. Но я бы сказал, они не столь эффективны, потому что и рамка, и маятник, они будут зависеть от вашего ума. Как только мысль у вас появилась какая-то, сразу рамочка или маятник начинает показывать в соответствии с вашей мыслью. Поэтому эти методы, казалось бы, самые простые, но они требуют, можно сесть, но они требуют абсолютной нейтральности от человека, что начинающим, конечно, очень сложно. Правда? А вот эта чувствительность руки проводишь и сразу, раз, все, тебе уже понятно. Да, вот это из набора экспресс-диагностик, которые мы используем, это самое простейшее. А дальше можно даже сказать конкретно в каком месте. Можно, ну, не зная медицинской терминологии, конечно, не скажешь, что это заболевание. Но можно точно сказать, где проблема. Да? Допустим, вот у вас излучение из ладони. Если вы представляете, что вот у вас конкретное излучение, вы создали такого пространства, то тогда, вот, используя вот эту чувствительность, если вы вводите, допустим, вот сюда, и вот, вот этот кончик луча этого, он упирается конкретно в то место, откуда идут другие уже ощущения. Значит, вот в этом месте, на такой глубине, куда упирается этот лучик, и есть эта проблема. Так, то есть моментально вы можете определить, где проблема и сколько этих проблем вообще в теле. Ну, это как бы самое такое простейшее. Потом, когда, допустим, на астральном теле или эмоционально-чувственном, когда вот этот слой развивается, третий слой, так, то здесь, соответственно, уже начинает включаться видение у человека. Вот тогда уже можно немножко натренировать человека на то, чтобы он просто посмотрел и уже сразу как картинка, ага, надо посмотреть тело, значит, тело человек рассматривает и где какие отклонения в теле. Может это быть вплоть до цветного изображения по органам. Может быть просто черно-белая картинка, вот здесь темнее, здесь светлее и тому подобное. Так, если вам надо посмотреть состояние эфирного тела, и здесь все регулируется программой, но для этого должен работать уже в какой-то степени третий слой на конкретном ментале. Так, вот конкретный ментал, и вот уже формирование этого начинается на третьем ментале, а еще лучше работать на четвертом, когда уже есть способность к определенному программированию.
Поэтому, если нам надо посмотреть состояние конкретно физического тела, мы так и задаем программу. Мне надо посмотреть состояние физического тела. И тогда появляется у вас картинка, когда вы видите это фактически состояние в виде вот того, где темнее, светлее и тому подобное. Если надо посмотреть эфирное тело, то задается так и программа, что я сейчас рассматриваю эфирное тело, и тогда картинка уже другая. Если эмоционально-чувственное, еще другая картинка, и большего размера, естественно, потому что физическое тело понятно, эфирное тело немножко выходит за габариты, астральное тело в зависимости, ну, эфирное тело в зависимости от развития, оно тоже вот от полусантиметра у человека и может там 4,5 сантиметра, если уже более тренированный человек, уже больше сформировано это эфирное тело. Астральное тело, ну, оно от 25 сантиметров, если слабенькое, и может там сантиметров до 60 у других людей. Я не включаю в себя выбросы, языки. Да? Языки могут гораздо дальше уходить. А ментальное тело, ну, у среднего человека вот вытянутая рука. Поэтому и когда просматривается состояние этих отдельных тонких тел, то, соответственно, тогда тоже вот оно и проявляется в виде вот этого образа соответствующего размера. Но есть и много других видов диагностики, которые мы используем. Это, допустим, возможность на ощущение. Но это требует слияния с человеком. Так. Энергетические центры – это центры сознания. Наши – это центры энергоинформационного обмена с окружающей средой, а значит и с другими людьми. И в зависимости, каким энергетическим центром мы контактим с другим человеком, мы можем получать от него информацию, касающуюся вот именно того уровня сознания, по которому мы в данном случае контактируем. Ну, допустим, если нам надо снять информацию с эфирного тела, а это информация в виде ощущений. То есть это может быть полевое ощущение, может где-то тяжесть в теле. Поэтому, когда вот сливаешься с человеком своим эфирным телом, то тогда ты становишься как бы этим человеком, ты на себе чувствуешь всю его симптоматику. В этом заключается некоторая сложность для начинающих целителей, которые начинают вот с человеком работать, а потом после работы долго не могут отвязаться от ощущений, которые у больного. То есть что-то в себе тоже болит, как и у больного. И потом сложно от этого ощущения отвязаться. Это как раз и говорит о том, что во время терапии с этим человеком вы сильно включились на его эфирный уровень, и вы всю симптоматику тогда же на себе чувствуете. И требуется некоторое время для того, чтобы у вас это ослабла связь с этим человеком. И тогда эта симптоматика перестает вас мучить. Но есть техники, по которым можно сливаться с человеком и чувствовать на себе. Вот когда, допустим, нам только вначале пришлось за границу ездить, и языковые барьеры, потому что все языки не выучишь, а туда приезжаешь, один язык туда, другой туда, третий. Так, поэтому, ну, хорошо, если там свободный переводчик есть, но у нас обычно в каждой стране есть свой переводчик, там, где мы работаем, но не всегда у переводчика есть время, и приходится работать еще с клиентами напрямую. Вот тогда очень хороший метод, когда подключаешься на вот это, на симптоматику человека, работаешь с ним, и по мере того, как у себя чувствуешь уменьшение симптоматики, уже ясно, что у этого человека тоже уже прогресс пошел, и уже он чувствует себя намного лучше. Поэтому в этом хороший метод, как раз, что языковой барьер здесь уже не мешает. И при этом, конечно же, очень важно умение не только подключиться на человека, но и отключиться от него. Поэтому, вот, допустим, может два человека сюда выйти, чтобы уже не я показывал, а вы сразу попробуете, да, и можете уже сказать, что у вас получится. Ну, кто-нибудь сюда. Ну, еще кто-нибудь. Значит, у нас эфирное тело связано со вторым энергетическим центром. Так. И
для того, чтобы соединиться с человеком по своим эфирным телам, вы должны как бы из второго центра себя влить во второй центр другого человека, и таким образом слияние происходит. То есть вы стоите, вы вглядываетесь в этот, во второй центр человека, и при этом вы как бы вот себя изливаете и туда вливаете в его. И тут же максимально расслабляетесь. И начинаете вот уже свое тело осознавать, да, как изменилось ваше ощущение. И потому, где у вас возникла какая симптоматика, вы уже можете сразу судить, вот, какие проблемы у человека. Сначала один проделает, потом другой, для того, чтобы не мешать друг другу. Значит, вы всмотрелись, да, во второй центр, как бы выливаете себя, вливаете туда, и максимально сразу расслабляетесь. И старайтесь почувствовать свои ощущения. Расслабились, и сразу уже можете говорить, как изменились ваши ощущения. Так, кто готов озвучить из вас? Ну, если еще какие-то, то еще... Когда серьезных каких-то проблем нет, то и тогда и ощущения не будут ярко выражены. Когда у человека действительно сильные боли где-то или тяжесть большая, ну, конечно, тогда это сразу четко можно отследить, как поменялось ваше состояние. Тут затылки бывают, почему? Ну, и по рукам бывает. Ну, и такое, ну, прям кажется, я немножко... И может возникать ощущение уже не своего тела, а размера тела другого человека. Если человек побольше, как-то посвободнее, помните, как джин. О, а мне уже здесь как-то приятнее, свободнее, чем в лампе. Так, ну хорошо, мы не будем время терять, у нас же... Не отработка сейчас от навыков, просто вот попробовали, что работает. Да? Для того, чтобы вот от этих ощущений отвязаться, просто опять втянули свое в себя и таким образом отвязались от этого ощущения. Если забудете, то некоторое время нужно для того, чтобы на само по себе опять пришло назад к вам, да? Чтобы ничего не оставалось там. Диагностик, говорю, много, когда вот, так, ну, с видением немножко похуже присутствующих. Ну, ладно, можно, еще давайте, да, желательно, желающих. Еще кто-нибудь. Не бойтесь, у кого-то да получится. Значит так, допустим, вот задаешь программу, мне надо посмотреть состояние эфирного тела, да? Ты, да, у него, вглядываешься, просто не обращаешь внимания на майку, там, на другую одежду, даже на фигуру не обращаешь внимания. Ты просто вот как будто сквозь него смотришь, так, и затем... Значит, медленно закрываешь глаза, и должна появиться фигура. Она может не обязательно такая же быть, она может быть примитивная какая-то, но на этой фигуре могут быть какие-то вот разные пятна, более темные, более светлые. То есть ты вот так вглядываешься, медленно закрываешь глаза, максимально расслабляешься, и когда появляется картинка, то ты по этой картинке уже можешь сразу
ну, разбираться. То есть ты ее фотографируешь, но без размышления. Потому что если будут размышления, все меняться будет картина в соответствии с размышлениями. Сфотографировав, ты уже можешь говорить, что вот здесь темнее, Так, то есть уже не стала локализация каких-то блоков в эфирном теле. Ну, работает, да, что-то увидел. Хорошо, ну, конечно, когда тренировки какие-то есть, то тогда уже... Это сразу появляется. Поначалу легче обычно с закрытыми глазами, но так как эта картинка формируется внутри головы, то практически не имеет значения с закрытыми глазами или с открытыми. Поэтому просто посмотрев на человека, можно уже сказать, какие у него проблемы, даже хотя бы в эфирном теле. Если мы задаем программу, что посмотреть состояние эмоционально-чувственного тела, то опять-таки возникнет другая картинка, и мы можем судить, что вот там есть проблемы. То есть есть уже то, что называют импринты, да? То есть нарушения в структуре эмоционального тела. То же самое касается, допустим, ментального тела, где можно посмотреть эти. Причем вот есть понятие, когда это чисто свое, из своих заморочек, из-за своих заморочек психологических, так, а есть наведенное состояние, ну, то, что называют порча, сглазы, там, проклятие. Ну, что существует, то существует. Так. Чем отличается? Когда мы смотрим, и вот эти какие-то вкрапления в разные слои ауры, они не выходят за габариты этой ауры, то это значит свое собственное. Значит, нам надо обратить внимание на то, как мы относимся к чему-то, в какой-то ситуации. И получается, что ну, сам дурак виноват. Да? Если же это наведенное состояние со стороны кого-то, то тогда обязательно будет уже как бы тянуться шлейф откуда-то. И этот шлейф будет дальше заходить уже в ауру человека, и в ауре будет существовать какой-то сгусток. Как правило, если, допустим, свои какие-то неосознанные состояния, напряжения, они будут в виде бесформенного сгустка. Если, как называют, сглаз, то это случайный сброс человека, неосознанный. Ну, человек неосознанно кому-то позавидовал, там что-то другое возникло, но это будет внедрение извне и будет виден шлейф даже откуда это пришло, можно даже сказать от какого человека, но оно будет, так как неосознанное, будет бесформенный такой сгусток в ауре. Если четко ограниченная какая-то фигура четкая, то это специально наведенный, то есть обряд какой-то был совершен на то, чтобы как-то навредить человеку. Вот тогда, если это просто обычный сглаз, то есть тоже всякие методы, и энергетические методы, их много всяких методов, и магические методы, когда обряды специально применяются. Если наведенное специально, то тоже, если сильный потенциал у человека энергета, он может это тоже преобразовать. Ну, или можно, опять-таки, контрабряд применить тоже, как магический обряд, для того, чтобы нейтрализовать вот то воздействие, которое откуда-то шло. Если проклятие, это, как правило, как бетонная плита над головой, и независимо от того, что человек может интенсивно питаться, да, и что-то еще применять, он все равно будет чахнуть, потому что основной приток энергии идет через семерку, и дальше идет перераспределение уже этого потенциала. За счет пищи человек только немножко себя поддерживает, 5% энергии получает человек только из пищи. Вот, но для тех, для не наших, да, не из нашей группы, но сам я отношусь к разряду солнцеедов или праноедов. Так, то есть я в любой момент могу перейти на сухое голодание, сколько мне надо, столько я на нем и буду. Главное, чтобы обстановка позволяла, потому что иначе окружающих трясет. Да, то есть не могут ко мне подойти.
И даже когда вот группа хорошо воспринимает, то, а я перехожу, имея такую возможность именно к хорошей подготовке группы, позволить себе вот на время занятия, там, допустим, если на выезде где-то мы занимаемся плотненько с какой-то группой, то я могу весь период времени позволить себе на сухую поголодать. Но при этом приходится в начале первые полдня отсаживать переводчика подальше, потому что иначе переводить не могут, трясет, язык заплетается, мозги плавятся, поэтому приходится в меру предосторожности применять. И в том числе, соответственно, тоже, если немножко перехожу в другой диапазон, то остаются даже ожоги на коже у людей после прикладывания ладони. Но это высокочастотное излучение. Здесь объясню, что вначале у человека формируется внутренний огонь трения. Это чисто то, что можно назвать животный магнетизм. Это когда две ступеньки отрабатывается, две ступеньки отрабатываются на разных планах, на астральном и на конкретном ментале. И тогда такие целители могут использовать только наложение рук. У них бесконтактные методы еще не будут работать. У них нет еще внутри этого слоя в теле, которое бы было как инструмент, которым можно воспользоваться. Но эффективность вполне достаточная для работы посредством наложения рук. Если у человека уже наработаны третьи слои, но это касается уже и эфирных слоев, это касается и третьего слоя астрального и конкретного ментала, то здесь уже работает и излучение электромагнитное. И, соответственно, тогда уже используя эти излучения, человек может использовать бесконтактные методы, уже не обязательно прикладывание рук, человек может работать бесконтактно. Если уже отрабатаны в какой-то степени у человека четвертые слои, то на астральном и на конкретном ментале, то тогда уже начинает формироваться торсионные излучения. Отличие торсионных излучений от электромагнитных в том, что электромагнитные, они теряют свою силу при удалении от источника излучения. Если торсионные излучения, они не теряют свою силу при удалении, и они мгновенно распространяются на любое расстояние. Поэтому, допустим, вот, когда приходится работать с людьми, которые находятся на другом конце планеты, то, конечно, мы переходим в режим уже излучения более высокочастотных, именно вот этих торсионных излучений, и моментально идет воздействие на других людей. Это мы проводим и лечение на расстоянии, мы проводим и то, что мы называем инициирование людей, когда мы повышаем уровень энергетики у людей, повышаем уровень вибрации, помогаем адаптироваться к новым, более высоким типам энергии. Это мы делаем как непосредственно, иногда и накладывая руки, так и на расстоянии тоже это прекрасно делаем. Ну, допустим, как вот последних дней пример, позвонили мне из другого города, что у человека боли в спине, он не может подняться, ну, так просились на прием, но приехать не могут, потому что нет транспортабельных, ну, а просили, может, чтобы я к ним приехал, компенсирует мне там затраты на все, но у меня просто возможности нет, у меня настолько занятость большая, что я не могу позволить себе 2 дня выкинуть, как говорится, из своей работы. Я и по ночам работаю, это не то, что я ночью сплю. У меня может спать физическое тело или даже храпеть может, но при этом я могу активно работать и с кем-то работать, помогать кому-то или проводить на другом плане обучение какое-то. Ну, у меня уже достигнута такая стадия, что у меня по отдельности самодостаточно разные тела, и я могу одновременно работать разными телами. Даже вот здесь говоря, я в это время тоже еще контролирую состояние одного человека. Это мне не мешает выполнять одновременно разные функции. Вот, но приехать не могу, говорю, ладно, я на расстоянии поработаю,
перезвоните мне завтра. На следующий день женщина позвонила, сказала, ну вот он сегодня уже смог сесть и даже уже аппетит прорезался. То есть независимо от расстояния можно достаточно эффективно работать с людьми, и мне постоянно приходится каждый день работать с многими людьми на расстоянии, независимо в какой стране они находятся. Это все из тогда, когда уже есть возможности использования торсионных полей. Значит, вот эти вот дальше, когда, допустим, вот каждый второй слой, вот здесь световой эфир, да, на физическо-эфирном плане, вот здесь пятый слой в астральном теле человека, это тоже световой. И так на каждом плане. Каждый второй сверху слой – это световой. Поэтому, вот опять-таки, Захаревич сегодня говорил об этом световом теле. И то, что йоги стремятся достичь и достигают слияния света, то здесь опять-таки, смотря как, о чем идет речь. То есть формируется первым, конечно, с чем сталкивается человек – это световое эфирное тело. Так, это уже хорошие очень возможности в целительстве, когда используется вот этот свет, он, как правило, такой солнечного типа. Затем вот когда начинает разрываться граница между конкретным и абстрактным менталом, то, чего и стремятся достичь йоги, слиться с внутренним светом, так, то и как это первый мост Антакараны, как вот здесь указано на этом листочке, то это фактически, когда вот начинает разрываться граница между конкретным и абстрактным менталом, так, и уже высшее «я» человека, оно становится внутренним управителем. Это солнечный ангел, еще другими словами можно сказать, и поэтому в момент вот прорыва этой границы человек заполняется таким легким воздушным золотистым светом. Так, после чего он может делиться уже этим светом с другими. Поэтому если вот у кого, и многих из наших уже учеников произошло такое слияние, и мы их подключаем к инициированию других людей, то есть уже вот этими цветовыми вибрациями они могут повышать потенциал других людей и ну, таким образом давать возможность более эффективно и быстро развиваться дальше. Это все, что идет и возникает в процессе жизни человека, все это эволюция его сознания. И вот все вот эти ступеньки, это все этапы эволюции сознания. Поэтому, зная, какой слой уже работает, хотя бы по тем навыкам, которые может использовать человек, можно тоже сказать степень его развития сознания. Да? То есть какой уровень здесь уже отработан. И это в том числе показатель его личностной жизни, как он ведет себя в социуме. Если у него еще эмоции бушуют, то естественно он еще не, ну, только начинает работать со своим астральным телом, вот еще не закончил, значит, третий слой формировать, но уже в какой-то степени вот интерес безразличия начинает у него формироваться, и здесь уже видение начинает работать, некоторые уже контактерами начинают становиться, связи уже могут быть другими, особенно если ну, уже на конкретном ментале третий слой в определенной степени отработан. Третий слой – это способность анализировать, сопоставлять и приходить к разумным логическим умозаключениям, то, чего пока людям не хватает. Да? Есть ну, подсознательные процессы, есть то, что можно сказать, констатация фактов, как у большинства людей пока. Но почему, что и зачем происходит, люди еще не осознают. Поэтому пока это такой хаос в мире. Да? Вот когда уже этот уровень, способность анализировать, сопоставлять и приходить к разумным заключениям, он уже у человека относительно сформирован, хоть какие угодно СМИ будут работать, сколько угодно, у человека уже сам сложит впечатление о том, что происходит в мире. И это будет более правильно по сравнению с тем, как ему пытаются навязать. То есть такому человеку уже не навяжешь извне ничего, он уже сам хорошо способен разбираться в окружающем мире. Вот сейчас, в конце 22 года, как раз 1/4 часть сознаний, они уже сместили свой фокус с астрального плана на конкретный ментал.
То есть вот этот интеллектуальный потенциал, он уже будет активно продолжать расти в человечестве, что приведет к новому состоянию человеческого общества. То есть к следующей фазе, которая идет за капитализмом, который нравится или не нравится, называют социализмом. То есть это социальной направленности общества. В любом случае это гораздо более высокое общество, чем капиталистическое, где индивидуализация, да, индивидуальные качества, они превыше всего. А здесь начинает формироваться уже коллективизм. И вспомните вот Советский Союз, социалистическое соревнование, где друзья соревновались между собой и не конфликтовали. Пока в мире буржуазный принцип, капиталистический, где все связано на конфронтации, правда? И когда одни давлеют над другими. Вот это приходит к закату. Именно следующий этап – это вот таких вот взаимоотношений, как сотрудничество, объединение усилий на взаимовыгодных условиях. Это еще не совершенное общество. Совершенное это будет когда-то в отдаленном будущем, как коммунизм. Тогда будет уже формироваться единое человечество планеты без рас, народностей, стран и тому подобное. Вот тогда возможно уже единое государство, единое планетарное правительство. А пока вот в новых условиях должно сформироваться новое состояние, как поляризация, нет, даже не поляризация, голос каждой страны должен быть услышан. Поэтому сейчас много идет как раз вот таких вот веяний о том, что нужно реформировать Организацию Объединенных Наций, чтобы туда не ограниченное число стран входило, как сейчас, а чтобы туда входили все страны, и каждая страна могла иметь свой голос. Да, вот тогда уже будут более такие грамотные выстраиваться отношения между всеми странами. Но это тоже этап развития человека и человеческого общества. И опять-таки все это связано с формированием вот этих вот разных слоев. Так? Поэтому эволюцию остановить невозможно. Это единственный неизменный закон в космосе. Все остальное обслуживает этот закон. И когда знаешь все вот эти законы, то тогда и прогнозировать будущее тоже легко, исходя из того, что есть на данный момент. Поэтому я еще в начале 90-х предсказывал, что будет обострение в мире, и достаточно серьезное, и только с 25-го года какие-то уже начнутся заметны быть ростки, что уже что-то начнет меняться в мире в лучшую сторону. Вот пока мы это и наблюдаем. Поэтому прогнозы это не так уж сложно делать, если ты понимаешь все эти процессы. Итак, надеюсь, понятно, что создан новый слой, новая возможность появилась у человека. Следующий слой сформирован, следующая возможность. А это и новый тип энергии, это новый потенциал, новые возможности. Так, поэтому требовать от кого-то, чтобы он сделал больше, чем может на данный момент, нецелесообразно. Да? Если человек еще находится на стадии движущей силы, когда движущая сила – эгоизм, то требовать от него совершенных действий, как от святого, бессмысленно. Правда? Он это не сможет. Для него важно то, что есть на сегодняшний момент. И вот этот эгоизм, его движущая сила, он его использует, это помогает ему подняться на следующую ступень. Следующая ступень – честолюбие. Да? Вначале замешанное на эгоизме. Ведь говори, не говори человеку, что вот у него прет честолюбие, он все равно не поймет, потому что это его движущая сила, это помогает ему развиваться. И это шаг в эволюции. Потому что эгоизм – это для себя, его урвать как можно больше, заработать как можно больше за счет других, там неважно за счет чего. А честолюбие, чем более высокого уровня, оно работает по-другому. Ведь человека уже дальше волнует что? Признает его заслуги и не признает. Оценит его вклад или не оценит. И здесь он готов уже не за деньги работать, а за это признание. Да, не столько волнует даже денежное вознаграждение, сколько его волнует признание. А это когда формируется? Это формируется, когда отрабатывается уже на конкретном металле четвертая ступенька. Так.
Вот тогда, чем ближе граница к абстрактному менталу, тем меньше остается честолюбие, и потом оно выражается как соревновательная система, но уже сотрудничество. Да? Поэтому опыт Советского Союза очень хорош был в этом плане, что вот это социалистическое соревнование, бесконфликтное. Да? И потом следующая стадия – разрыв вот этой границы. Сейчас для человечества новая возможность. Если раньше, допустим, больше достигали посвящений, это люди восточного типа за счет ухода в уединение, за счет постоянных медитаций, то сейчас новые условия, именно которые дают новые возможности для западных людей. Условия седьмого луча – это возможность применения повышенной деловой активности. И поэтому то, что вот называют получение посвящения в прежних традициях, в активности шестого луча, сейчас эти достижения могут быть за счет повышенной деловой активности. То есть если все раньше был более мистический путь, да, именно связанный больше с отработкой эмоционально-чувственных состояний, эти вот достижения в йоге, они были за счет этого, то в условиях нового седьмого луча, который сейчас уже вошел в активную фазу, именно ответственность и повышенная деловая активность, или там, можно сказать, тотальная сконцентрированность на деловой активности дает возможность разорвать вот эту вот границу между конкретным и абстрактным менталом и слиться со своим высшим «я». И здесь вот это молодое развивающееся сознание, которое проходило вот этот путь на планах личности, как путь страданий, оно начинает уже становиться постепенно новым высшим «я». Со всеми вытекающими последствиями здесь начинают возникать сверхспособности, и поэтому святые все чудотворцы, да, потому что они уже перешли вот этот рубеж между физическим и духовным, а это граница между физическим и духовным. И тогда вот уже здесь развиваются сверхспособности, с чем они связаны. Ну, допустим, вот первый слой абстрактного ментала, человек полностью может управлять своим эмоциональным состоянием. Его невозможно сбить с его гармоничного, нормального состояния. Так? Он может себя повести адекватно обстановке. Он может и накричать на кого-то, если надо, но у него все равно будет это управляемый процесс. Вот если человек, допустим, вошел в эмоциональное состояние, он не может остановить себя, это значит, он вовлекся, он не управляет своим эмоциональным состоянием. Если он выразил себя как-то, как надо, как воспитатель, даже гнев можно выразить. Если он себя выразил, но при этом он тут же может перейти к другому, это выполнило свою задачу, он тут же может перейти к другому состоянию. И уже доброжелательно дальше разговаривать с человеком. Вот это уже означает, он управляет собой, он управляет своим эмоциональным состоянием. Если, допустим, уже отработан вот этот вот слой следующий, то человек тогда уже в полной мере может управлять своим здоровьем. Так? Ну, допустим, я к врачам не обращаюсь, только за медицинской справкой водительской. Так? Если у меня что-то возникает, там травма какая-то, но сам дурак виноват бывает, мне уже этим не надо заниматься, а все равно, как говорится, хочется своими руками, но иногда бывает, но я сам себя подправляю, я никому не обращаюсь, я быстренько себя восстанавливаю. А если мне очень надо, я просто отдаю телу указания, и оно само себя восстанавливает буквально за считанные секунды. Как вот, допустим, укусило там, в Индию ездили, укусило животное, это не животное, там какая-то мошка укусила ядовитая. Мы вернулись в Минск, нога вот такая, как колода, красная вся, аж вот до сюда. Так, и все печет изнутри, горит, а мне надо завтра ехать в Минск семинар проводить. Я просто так посмотрел, так, срочно восстановить нормальное состояние, мне завтра надо быть в Москве. Тут мелко, мышцы задергались, все, через несколько секунд полностью, абсолютно нормальная нога. Но хочу, это не мне надо было лично, я бы так не поступил, если бы это лично мне. Но там люди меня ждут, надо проводить занятия, поэтому это не эгоистическое побуждение. Да? Если мне что-то другое, я понимаю, сам дурак виноват, да?
Соответственно, тогда я уже применяю какие-то практики, которых выше крыши, которым уже больше 30 лет обучаем людей, да, и все новое даем. Ну и сам занимаюсь. Но если мне надо, вот, допустим, вот, недавно, опять-таки, мне не надо уже не царское это дело заборы красить, как это было как при девятом царстве, да. То есть надо было просто человека нанять, и он бы сделал это, но так получилось опять-таки. Почему? Вроде как договорились со строителями, что они приедут и начнут делать. Вот. Они приехали, посмотрели, но так как они со мной еще раньше не контачили, вот, то излучение, которое они от меня восприняли, действовали таким образом, что у них пошел процесс, и утром у них 30, уже температура подскочила. Вот, и они говорят, ну не можем, никакие вообще температуры, приехать не можем. Ну что сделать, пришлось самому делать, и тут, как говорится, со второго этажа лестница подломилась, и нога, соответственно, тоже вот соскочила на поломанную вот эту деревяшку, подвернулась, и, естественно, аж поковырять пришло. Ну, семинар Калянин у нас, да, надо, значит, и я обычно там провожу зарядку, значит, я там и подпрыгивал, и все упражнения делал, какие надо, показывал, как и что, то есть на это время убирается это состояние, и все. А дальше, конечно, я опять, ну, сейчас я опять вот, нормально, уже нормализовал себя, все. Как бы уже меня это больше не беспокоит. Ну, то есть, если надо, то я полностью сам себя восстанавливаю. Ну, а когда, допустим, уже вот верхний уровень абстрактного ментала, то это возможность программирования. То есть, вот как я говорил, это возможность программирования себя, возможность программирования событий своей жизни, но это и возможность программировать во мне, в том числе. Поэтому, ну, бывает такое, что я кому-то судьбу отправляю, если кармически что-то можно в определенных пределах. Вот больше 25 лет, допустим, управлял погодой, когда мы выезжали на природу для проведения семинаров на природе. И так как это важно, так как это работа с продвижкой эволюции сознания человека, то локально тоже можно влиять на погоду. Вот независимо от того, что даже по всей Белоруссии сплошные дожди идут, ни одного просвета, всегда, как только мы приезжаем на место, над этим местом у нас всегда солнышко. И позагорать можно, и покупаться можно. Как только семинар заканчивается, я говорю, все, за погоду не отвечаю, собираем наладки, уезжаем. Потому что опять тучки затягиваются, и опять уже все нормально. То есть локально можно управлять и внешними условиями, но это тогда, когда ты уже владеешь вот энергией внутри себя, умеешь перенаправлять ее внутри себя, а потом этот навык переносится и вовне. Ну, есть, конечно, разные техники, и поначалу я использовал, допустим, создание определенного потенциала в ионосфере, и тогда можно раскрыть, как бы, облака над этим местом, и тогда тоже будет хорошая погода. Но потом уже, естественно, перешел просто к программированию событий, и уже не надо на это. То есть, я иногда показываю ученикам, вот дождь. Где будем проводить? На мансарде или здесь? Ну, уже когда своя база появилась. Ну, дождь накрапывает. Ну, что, перетаскивать аппаратуру на мансарду? Я говорю, ну вот как это работает? Если нам очень надо, значит дождя не будет. Ну, не надо ничего перетаскивать. Вот через 5 минут, чтобы все здесь собрались и будем заниматься на улице. Через 5 минут все. Солнышко над этим местом, все нормально, можно позагорать и дальше. Так, но потом я сказал, все, я уже не буду вмешиваться в природу, у нас уже есть место для проведения, да, большая мансарда на базе, где там 200 квадратных метров, и можно там вполне проводить. Ну, хотя иногда поплашку делал, но приехали, надо покупаться, надо позагорать, ну ладно, уже, тем более, что когда из других еще стран приезжают, ну,
уже ладно, пусть это для людей получше будет. То есть это о чем говорит, что когда формирование определенных слоев уже идет у человека, то каждый слой дает новые возможности для человека. Так? И как я сказал, каждый второй сверху, он световой. Вот, много раз человек может сливаться со светом. Первое это когда со световым эфиром, потом когда вот это уже астральный уровень, потом когда уже происходит соединение со своим высшим я, это то, чего йоги стремятся достичь. Так дальше уже когда, допустим, уже строится второй мост Антахкараны, это когда уже высшее я соединяется с духовной триадой, ну и дальше есть еще более высокий уровень, здесь он не показан, но это тогда, когда идет уже построение, вот это разрушение границы между атмическим планом и монадическим планом. Это все тоже имеет свое отражение на ладонях. Вот я сегодня даже обращал внимание, что все, кто присутствует здесь, у всех буковка М на ладони есть. Вот такая вот буковка М у всех на ладони есть. Да? Это говорит о том, что уже работа идет по построению вот этого вот первого моста Антахкараны. Так, то есть уйдет разрушение границы между конкретным и абстрактным менталом, и высшее я уже ведет в развитии человека. Хоть, допустим, вы и многие не осознаете это, но вы находитесь под водительством своего высшего сознания. Потом, когда вы определенный путь проходите, возникает момент ощущения, что вас кинуло это высшее сознание. Да? То у вас были интересы, у вас движения какие-то были. Все получалось. А почему? Потому что высшее я наслаивает себе, свое сознание на молодое сознание. А вот когда оно подбило к определенному рубежу, и вот начинается. А вот попробуй же сам. Да? Оно снимает свое воздействие на человека. И человек должен уже учиться сам сформировать свои интересы, да, развивать себя, уже искать определенные знания, делать какие-то движения, заниматься собой, своим развитием. Да. Поначалу человек даже вплоть до депрессии доходит, что кинуло его высшее сознание. Но потом постепенно жить-то надо, и человек учится всему уже самостоятельно. Вот когда уже вот эта граница пересекается между конкретным абстрактным металлом, то человек превращается фактически в саморазвивающуюся систему. Он уже сам планирует свою жизнь, ставит сам задачи, сам уже стремится находить пути достижения этого, то есть он становится хозяином своей жизни. Так? Ну, все отражается на руках, поэтому первый мост Антахкараны, когда уже преодолен, то есть граница эта разрушена, соответственно, тогда возникает определенный символ на руке, когда треугольник высшего я входит в центр треугольника личности. Ну, я с собой не брал, но у меня есть эта схема, какие линии выписывать. То есть это хиромантия уже нового уровня для продвинутых, да, в обычном. Вы пока не найдете этой информации где-то в источниках, потому что пока таких книжек нет. Но на занятиях я объясняю эти моменты, исходя из собственного опыта развития. И те линии, которые у меня проявляются. Затем формируется, когда формируется второй мост Антахкараны, когда уже соединение духовной триады и высшего я происходит, то тогда на ладони формируется символ звезда Давида, то есть шестиконечная звезда. Вот у меня тоже она здесь есть, на этой ладони шестиконечная звезда формируется. Потом, когда вот это вот тоже формируется соединение между атмическим и монадическим уровнем, формируется на другой ладони тоже другая шестиконечная звезда, она у меня тоже здесь фигурирует. Так, и когда внутренний синтез производится, то возникают вот такие, как у меня здесь, заглубленные глубоко точки. Да, в зависимости, сколько точек заглублено, это значит, уже такое тело отработано. И между ними, эта канавка, это когда между ними синтез образуется.
Так, у меня все эти вот уровни уже отработаны, внутреннее состояние у меня синтезировано. У меня нет границ между тонкими телами, поэтому я одновременно могу заниматься многими вещами, поэтому мне не надо там спать в обычном смысле этого слова. Даже если я могу, допустим, тело может храпеть, но рука может махать, да, с кем-то занимаясь, я могу в это время что-то еще обдумывать, и в это же время я могу еще с кем-то на далеком расстоянии работать, помогая там в улучшении состояния. То есть это как раз возможности, когда уже разные структуры, они могут достигать самодостаточности и могут сами тоже выполнять функции, в том числе и физическое тело. То есть я могу лежать, я могу там чем-то ментально заниматься, физическое тело мое может подняться и само по своей нужде пойти. Я уже на него не обращаю внимания. Первый раз, когда оно само пошло, я так лежу, пику, да, и раз в него вскочил, ну и дальше, дальше. А потом, ну ему надо, но не буду отвлекаться, пусть оно идет. Ну, это просто возможности. Есть возможности выхода из физического тела в эфирном теле, то начальная стадия – это лунатизм. Да? Когда физическое тело еще тесно к эфирному привязано, но уже сознание учится использовать отдельно от комплекса эфирное тело, но физическое слепо следует еще за физическим. Затем стадия, когда человек может уже выходить из физического тела нормально, и уже выполнять какие-то функции в эфирном теле. Это может быть выход в этом мире, а это может быть выход в другой мир. И разница здесь тоже существует, какой выход происходит куда. Если, допустим, мы выходим через второй центр, вот как сегодня пробовали влиться, да, если мы выходим через второй центр, мы выходим в этот мир. И мы можем в эфирном теле походить, там вот все, мы только себя в зеркале не увидим. Так, а так все вокруг мы увидим, все ощущения, как и в физическом теле, сохраняются, потому что ощущения нам дает эфирное тело. И видение эфирное тоже дает нам возможность видеть все. В том числе мы можем в эфирном теле пройти через стену. И когда на каком-то занятии к нам пришла одна пара, и одного этого человека, молодого человека интересовал вопрос, выход в эфирном теле, я посмотрел, что у него уже эфирное тело хорошо развито. Ну, как раз перед группой я его выслал и говорю, так, теперь ты делаешь вот так, да, вышел, теперь пройди по коридору, там зайди вот в один кабинет, второй, а потом вернешься и расскажешь, что ты там видел. Он первый раз был у нас в центре. Вот таким образом, как я ему сказал, он прошел, и потом он сказал, в этом кабинете вот это, в том кабинете это. Он этого знать не мог. Так, то есть это показывает то, что реально человек в эфирном теле прошел и там смог увидеть. Если вот, допустим, мы занимаемся с группой в каком-то мире, в эфирном мире, то это выпадение идет через чакру селезенки. Тогда ты лежишь, и как будто ты упал с койки, но ты оказываешься не в этом мире, ты сразу оказываешься уже в эфирном мире. Там миров тоже много. Вот, и там уже, если вот такое зрелое эфирное тело, можно уже функционировать в этом эфирном теле. Если зрелое уже эмоционально-чувственное, то можно выйти в этом мире и попутешествовать в этом мире. В астральном теле тоже можно еще видеть в этом мире. Вот то выход идет через третий энергетический центр. То есть, когда лежишь, ты просто вот поднимаешься над собой через третий центр, и дальше можешь уже там немножко попутешествовать. Если в эфирном теле недалеко можно от физического тела отходить, в астральном теле можно на достаточно далекое расстояние попутешествовать. А если в параллельный мир астральный надо, то тогда это выпадение идет через чакру печени. Так, тогда тоже как бы выпадаешь через эту подчакру, третьей чакры, так, и оказываешься сразу уже в астральном мире. И поэтому там уже, если именно уже тонкие тела к этому готовы, то это нормальные возможности человека возникают. Так, значит, теперь, ну, очень
очень много приходится работать как служба спасения. Бывает, это касается конкретно процесса развития человека, когда новый поток человек начинает воспринимать, этот поток еще сложно проходит, он блокирует, и могут возникать достаточно тяжелые состояния. В этих случаях, конечно, ничего страшного для здоровья нет, и надо просто помочь человеку быстрее и легче пропустить этот поток. Но бывает, что иногда из реанимации звонят, бывает в сложных ситуациях тоже откуда-то звонки, и приходится на расстоянии тоже что-то подправлять. Так как я, вот вернувшись в 91-м году назад в этот мир, мне пришлось свое мертвое тело восстановить быстренько, вот, то для меня не проблема запустить какой-то орган у человека. И иногда вот ребенок родился, легкий не работает, да? Ну и врачи говорят, ну, безнадежно. Ну, хорошо, если знать, что там ко мне можно обратиться. Ну, запускаю на расстоянии, запускаю работу легких у ребенка, нормально. Ну, критическое состояние и у взрослых, если в реанимации, тоже если звонят, просят вмешаться, ну, тогда, конечно, уже приходится. Очень много пришлось работать, восстанавливать ковидных и вытягивать из безнадежного состояния, когда врачи уже разводили руками, причем опять-таки на расстоянии. Хотя я не болею, и я не являюсь переносчиком заболеваний. То есть я нормально и с ковидными общался, и ну, как бы на меня это ничто не влияет. Поэтому ну, все зависит от того еще, насколько внутренний уровень гармонии у человека стабилен. Вот если он стабилен, неизменен, то тогда человек застрахован практически от всего, от любых внешних воздействий, в том числе от аппаратных воздействий. Да? Вот сегодня говорилось и о том, что, вот и возможно аппаратное влияние на человека за счет разных излучений. Если стабильное внутреннее состояние, человек фактически от всего застрахован. У него потенциал такой, что его излучение гораздо выше, чем излучение вот всех этих даже приборов. Поэтому у меня тоже есть такое еще маленькое неудобство, что мне приходится контролировать свои излучения, потому что если я куда-то прихожу и забуду вдруг себя подкорректировать, то вырубаются компьютеры, техника пережигается. Вот иногда и моя же машина оттачится. Но, правда, через 15 минут может восстановиться. Поэтому иногда за билетами нужно было в Аэрофлот ходить. Но только прихожу, они говорят, ой, извините, компьютер завис. Забыл, надо было подкорректировать себя. Ну ничего, говорю, посидим 15 минут, включится. Ну через 15 минут восстанавливается, дальше все нормально. Поэтому, когда у человека растет энергетика, то и вы начинаете замечать, что лампочки начинают взрываться, там перегорает какая-то бытовая техника, так, то надо тогда задавать программу на свою энергетику, что моя повышающаяся энергия способствует лучшей работе электроники и любой другой техники. Да? То есть периодически приходится вот это корректировать для того, чтобы именно управлять своими излучениями, для того, чтобы они не наносили вот такой определенный вред. Да? Ну, сейчас, допустим, вот кто-то после ковидников может сюда подойти. Все, наверное. Неохота была. Ложись. Каким образом приходилось восстанавливать из очень тяжелых, фактически, неживцов, да? Дайте мне стучки, что-то. Пожалуйста. Спасибо. Ну, я сейчас много очень не буду говорить по теории, потому что здесь надо было поговорить об энергетических центрах, о чакральных треугольниках, которые формируются в процессе развития человека. Обращу внимание только на один чакральный треугольник. Это чакра селезенки. Это чакра, которая вот выше третьей чакры, здесь сразу под ложечкой.
Так, и эта чакра вот сзади, если по линии лопаток провести линию, и позвоночник. Вот это пересечение, это третий центр в этом треугольнике чакрана. Этот треугольник, он является праническим чакральным треугольником. Он связан с эфирным телом человека. А основное здоровье человека ведь от эфирного тела зависит. Так оно как матрица для физического. Поэтому вот когда циркуляция этой энергии по этому чакральному треугольнику идет хорошо, то тогда человек чувствует себя совершенно здоровым. Так, а если циркуляция эта нарушается, недостаток этой праны в организме, и соответственно тогда у человека начинает разваливаться все. При этом вот через чакру селезенки идет перераспределение энергии в организме человека. То есть все органы, они фактически запитываются вот через эту чакру. Эта чакра связана практически со всеми участками тела. И поэтому, ну, естественно, что для того, чтобы хорошо восстановить здоровье, надо восстановить хорошую активность движения энергии по этому чакральному треугольнику. При этом этот чакральный треугольник запитывается еще вот через вот эти вот чакры. Вот здесь вот между ключицей и вот этой большая мышца. Так. Вот, и, допустим, ну, в Бразилии в чем интересна работа заключается? Ну, там же намешано всех народностей, и в том числе и индейцы. Да, и у них вот... У многих хорошо видение работает, и они видят тоже эфирных сущностей. Но сама эволюция человека связана с параллельными двумя эволюциями. Это человеческая и девоэволюция. Девоэволюция отвечает за субстанцию, так, а человеческая – это творческая иерархия, она отвечает именно за развитие сознания. Так вот, они видят даже этих вот сущностей, которые практически они из себя и в себе формируют структуру личности человека. Так? Ну, я не буду вдаваться в подробности, потому что я могу бесконечно говорить. Вот. Но суть в том, что именно они занимаются конкретно построением тел личности человека, и они занимаются энергетизацией. Вот пока человек находится еще до стадии, вот, когда он уже самостоятельно, когда он начинает уже получать помощь от своего высшего я, то с ним работают групповые духи. Человек основную энергетизацию получает за счет пищи, с эфирного уровня, с астрального плана, с плана конкретного ментала. В основном эти энергии он впитывает, благодаря чему он и может существовать. И поприще пока еще вот, не развита третья ступенька на конкретном ментале, способность анализировать, сопоставлять, приходить к разумным заключениям, то, естественно, еще ум мало, интеллект мало развит, и высшему я еще делать нечего с таким сознанием. Поэтому только групповые духи занимаются человеком, и энергетизация происходит, в том числе за счет вот этой параллельной эволюции, девоэволюции. Вот в Бразилии они очень часто видят и ощущают, что вот как будто кто-то положил руки вот на эти места, да, и пошло какое-то движение внутри. Ну, как раз вот это вот взаимодействие с девоэволюцией. И вот это, так как эфирные девы связаны, естественно, с эфирным телом человека, это часть их субстанции, из которой они человеку помогают выстраивать эти тела, то, соответственно, наполнение вот этого вот чакрального треугольника, оно происходит вот за счет того, что мы направляем энергию, именно прану направляем через вот эти чакры, и там вот через центр между лопатками, дальше вот наполнение этого центра и центра вот селезенки, и мы таким образом как бы вкачиваем дополнительное количество этой праны. Если уже уровень развития позволяет, когда уже световой эфир
развит, то и у того, кто работает, и с кем работа происходит, то уже возможно использование этого светового эфирного состояния. Но если этот слой еще не развит, то тогда не будет видеть человек свет. Поэтому здесь есть вот такие допущения, конкретно точка эволюции человека. Способен он уже воспринимать свет или пока еще не способен. Да? Поэтому многое зависит от того, вот какие структуры как развиты у самого человека и у того, кто выполняет функции целителя. Так, если внимательно прислушаться, то ну, тоже можно ощущение свое сказать. То есть вот эти две чакры, подчакры связаны вот с той вначале между лопатками, центром, потом вот здесь под ложечкой и дальше следом. Он как раз и чувствует, что туда энергия вот движется в направлении. И потом происходит усиление движения энергии между этими тремя чакрами. Так, и когда достигается уже стабильность этого вращательного движения энергии по этому треугольнику, ну, значит, уже мы восстановили хорошую работоспособность, и дальше уже организму легче будет справляться с разными проблемами. Затем еще, для того, чтобы запустить какой-то орган, чтобы он лучше работал, или если он прекратил работать, то нужно опять-таки иметь эти знания, что каждый энергетический центр, он отвечает за какие-то функции в организме. Да? И поэтому, раз он отвечает, да, а эти функции плохо исполняются, значит, надо скорректировать работу этого энергетического центра. Потому что если он работает слабо, неактивно, то как он может управлять нормально работой органа? Да? Допустим, первый центр, он отвечает в целом за процессы химические, которые происходят в организме. Второй центр, он отвечает за мочеполовую систему. Ну, первый там он и за кожу отвечает, за кости отвечает, там еще за надпочечники отвечает. Ну, если таблица у нас тоже, что, какой центр за что отвечает. Второй центр за мочеполовую систему в основном отвечает, там третий центр за все внутренние органы отвечает, там четвертый центр отвечает за сердце и сердечно-сосудистую систему, частично за дыхательную, пятый центр отвечает за дыхательную систему, частично за слух, зрение, там шестой центр отвечает за эндокринную систему, за опять-таки может за слух и зрение отвечать, он практически управляет эндокринной системой, а дальше по железам внутренней секреции управления дальше идет. И седьмой центр – это психическая деятельность человека. Поэтому, ну, потом на это. Но сейчас вот просто по отношению к этой технике, которая именно в работе с ковидами использовалась. Затем ведь у большей части людей страдали легкие. А раз страдали легкие, значит, это недостаточная активность работать под чакры, которая отвечает за работу легких. То есть вот эти вот чакры. Поэтому, когда вот наполнение вот этого пранического треугольника произведено, и затем вот на эти чакры руки оставлены, и даем туда тоже энергию. И когда уже почувствовалась хотя бы пульсация хорошая под руками, причем одинаковая пульсация под руками, то тогда уже можно сказать, что это, эти подчакры, они уже лучше активизированы, они уже будут лучше управлять работой вот, ну, в целом дыхательной системы, потому что здесь будет влияние идти и на бронхи, и на легкие конкретно. Поэтому, вот когда вот эта процедура проделана и поддерживается стабильное состояние некоторое время вот этой работы, то тогда вот даже когда врачи говорили уже не жилец, а ковидные, эти выкарабкивались. При этом, опять-таки,
когда уже торсионные поля работают, когда излучение торсионного человека, то ну, все эти вещи могут делаться и на расстоянии. Так, ну, пожалуйста, ты можешь купаться, так? Ну, можешь ну, сесть, но я еще подержу стульчик. Теперь, значит, есть такой закон, закон отождествления. Поэтому, когда уже у человека есть возможность работать торсионными излучениями, они на любое расстояние могут идти мгновенно. И вот этот закон отождествления, ну, помните, допустим, вуду, куколка, да, с которой манипуляции делали, и за счет чего это работает, магия? За счет того, что куколку отождествляли с человеком. Так? Поэтому, если мы вот представляем, что вот перед нами лежит вот этот человек, да, с которым нам надо поработать, то этого вполне достаточно, чтобы мы с ним уже могли провести эффективную работу. Поэтому вот когда ко мне, допустим, звонили из реанимации, что вот спасите, помогите, мой друг умирает, как помните в фильме «Крысы». Ну так тоже приходилось, ну, в том числе применять. Это не единственная техника, но я показываю то, что, допустим, достаточно просто для понимания и может хорошо использоваться уже многими людьми. Опять-таки то же самое, как будто вот этот человек, которого надо восстановить, лежит здесь, и вы сейчас к себе прислушайте. Мне не важно, сколько я могу сюда положить ваших образов, да? Вот вы к себе сейчас прислушаетесь, и я то же самое. Вот на эти же чакры, к вашим этим образом, прикладываю ладони и начинаю наполнение делать энергией. И вы прислушаетесь именно к себе, как вот идет перераспределение энергии. И можете вот почувствовать, как и вот парень тоже говорил, что вот почувствовал, что там и началось движение вот по этому треугольнику, который я говорил про это пранический треугольник. Ощущается пульсация. И сейчас можете прислушаться к легким. Я вот на ваших образах здесь положил на эти подчакры ладони и наполняю. Вот у некоторых уже пульсация пошла в этих местах. Ну, у кого были ковиды, то внимательно очень к себе прислушивайтесь, так чтобы тоже эти чакры у вас лучше доработали. При этом мне не важно, в какой стране в данный момент находится человек, воздействие моментально и эффективно. Достаточно активно идет. Слишком даже. Пока оставим, у нас не сеанс терапии. Но во всяком случае, в основном почувствовали, что вот это движение энергии внутри пошло, что как бы работает эта система. А если оно пошло в руки? Ну, глубокое, в руки дыхание, да? Здесь может откликаться в любых частях тела, ведь через чакру селезенки перераспределение идет по всем органам. А как бы еще не по легким прошел, а по суставам? Здесь я показал конкретно, когда в
вот легкие поражены. Если другие, значит, там уже задействование нужно, соответственно, других. Если больше по костной системе пошло, значит, это больше влияние нужно на первый центр. Так, если у кого-то там давало на желудок там, и вообще систему пищеварения, то здесь надо подключать третий энергетический центр, активизировать его работу. В любом случае, вот, все виды терапии, которые есть, они связаны с активностью работы энергетических центров. Так, ну, и в том числе, вот, когда занятия йогой идут, и йоги с чего стремятся достичь? Достичь подъема энергии кундалини. Она идет конкретно по центрам. И новый уровень сознания освоен, этот внутриобитающий дух, он, значит, свои энергии концентрирует, поднимает до того уровня, до той чакры, которая соответствует этому уровню его развитого сознания. Допустим, вот, если мы, допустим, выражаем свои эмоции, мы выражаем их не отсюда. Мы их выражаем своим эмоциональным телом. И это исходит. Центр – это третий. Он отвечает за эмоциональные состояния. Вот что такое чакры или вот эти энергетические центры? Это центры, вокруг которых и благодаря которым формируются тонкие тела человека. Это фокусы, ядра, из которых все зарождается. И когда вот этот уровень сознания, он уже отработан человеком, то поднимается тогда кундалини, охватывая вот всю область до этого. Поэтому первое посвящение, когда кундалини поднимается и охватывает вот все в пределах второго центра включительно. Да? Частично идет перераспределение энергии и по другим энергетическим центрам, потому что иначе будет дисбаланс полный в организме. Так? Но основная работа, которая происходит, она происходит до этого уровня. Если следующий уровень, второе посвящение, кундалини поднимается уже до этого уровня, включая третий центр. Затем третье посвящение, надо усиление уже волевого аспекта, кундалини поднимается до сюда, но не полностью еще. Потом четвертый до сердечного центра поднимается. Так, и так вот, в зависимости от того, какой этап у развития человека идет, и вот это тоже может стимулироваться, и почему посвященческий путь у нас на планете, это ускорение развития за счет дополнительных стимуляций. Так, обычным образом, если бы развивалось без присмотра человечества, то еще было бы на уровне тех племен, которые сейчас на Амазонке находят первобытного уровня. Благодаря именно работе планетарной иерархии, которая находится, основная деятельность на практическом плане, и только учителя и ученики разных ступеней работают среди человечества, благодаря этой работе человечество активизируется больше и быстрее, во всяком случае, часть людей быстрее прогрессирует. Поэтому уже кто-то давно святой, а кто-то, мыкается, еще и страдает до сих пор, еще долго будет страдать. Да? Поэтому все вот эти процессы, они происходят на Земле. Но вернемся к энергетическим центрам. Значит, вот эта энергия кундалини поднимается, соответственно, это новый этап в жизни человека. И если мы, допустим, мыслим, то это не значит, что у нас от мозга идет. Мозг – это только ретранслятор. И он, вот, как радио, волны приходят, да, к приемнику, приемник преобразует их, и через мембрану, через динамик идет озвучивание. То же самое. Мозг у нас, он только ретранслятор, и он только, ну, опять-таки, дает сигналы, и мы через свои голосовые связки можем озвучивать. На самом деле мы размышляем в своем именно... поначалу в этом центре и в эфирном теле, ой, не в эфирном, а в ментальном теле. Вот, допустим, когда у меня тело храпит, а я активно работаю, да, или тело куда-то пошло, я продолжаю ментально работать, то мне не важно даже, что делает там физическое тело, спит или куда-то идет. Да? Я продолжаю оставаться в том же месте и продолжаю вот эту ментальную работу. Это как раз пока некоторые из учеников тоже уже иногда с этим сталкиваются. Да? То вот это как раз и показатель, что каждое тело у нас отвечает за свои функции. И поэтому чем больше функций, тем больше это у нас развито каких-то новых тел.
и сверхчеловеческие способности, как я сказал, вот, это уже на абстрактном ментале формируется, и, соответственно, и выше тоже. Так, чем выше уровень развития, больше слоев отработано, тем уже больше способностей ну, такого человека возникает. Ну, это и вопросы целительства. Можно очень много делать, но, подчеркиваю, да, я иногда просто вот посмотрю на человека или махну рукой, и все, и уже болячки у него все прошли. Да, полностью, на 100% здоров. Да, но это на какое-то время хватает человека. Если в сознании ничего не изменилось, он опять те же самые напряжения в тело загоняет, опять формируется то же самое заболевание. Да, но если я вижу очень большое усердие человека и почему-то надо его поддержать, то иногда я иду на то, что, ну да, человек еще не заслужил, но надо отметить его вот эту устремленность, и тогда можно это сделать. В других случаях кармические особенности, которые нельзя нарушать. Вот иногда бывает, вот просят кому-то помочь, а нельзя вмешиваться. И вот, допустим, ребенок умирает у матери, и просит помочь, а я-то вижу, что нельзя помогать, потому что, ну, кармически нельзя это. Такие взаимосвязи там сформировались за счет прошлых жизней. И вот как сказать матери, что ему бесполезно помогать, потому что он все равно должен уйти, только потеря времени, усилий и тому подобное, да? Ну, как-то приходится лавировать, чтобы, ну, оттянуть это, да, иногда просто оттягиваешь момент смерти для того, чтобы, ну, уже мать свыклась с тем, что, ну, все равно потеря будет, так? А в других случаях, говорю, иди, будет здоров, все. И нормально все у вас идет восстановление. Вот тоже из нашей группы, когда вот, Люда в коме лежала, да? Ко мне обратились, я сказала, что лучше бы ее врачи не трогали. Она через столько дней выйдет из комы, вот, а потом вам расскажет, что с нее происходило. Ну и когда она вот, через столько дней вышла из комы, я ее попросил вот, перед группой рассказать, вот, что с ней происходило. Она происходила, что был тренажер такой по... но тому, как отработаны качества, это как все на его. Это потом понимается, что это тренажер, да? Но когда у человека отработаны какие-то качества, то он должен пройти проверку. Если эту проверку нельзя в конкретной жизненной ситуации сделать почему-то, да? Ну, не стыкуется с повседневной жизнью человека, то тогда проверка устраивается для человека уже как тренажер. И тогда проверяется особенно вот ценно, если у человека как бы бодрствующее сознание не работает, а он типа в состоянии сна, и там он должен соображать, и там как наяву события разворачивается, и он должен грамотно поступить в тех ситуациях, которые там разворачиваются. Вот она описала тройственная проверка по трем качествам. Вот Иисуса тоже трижды провоцировал, да, искуситель. Поэтому низшую природу обычно проверяют, когда человек поднимается на определенный уровень развития. Она с достоинством прошла через вот этот тренажер, да, через это испытание. А вот другим назначают тренажеры в повседневной жизни. И, к сожалению, многие, уже которые качество и проявляли в жизни, но вот не справляются еще с этими проверочными ситуациями. А такие проверки всегда происходят тогда, когда человек уже готов переступить на следующую ступень эволюционную. Так вот, тогда прошел проверку, мы можем дать импульс соответствующий, который его переводит на эту следующую ступень. Потому что самостоятельно у человека, естественно, это очень сложно, нужно гораздо более высокий потенциал, чтобы это быстро могло произойти. Но, во всяком случае, вот, получается, что... Когда ты уже вот, имеешь возможность съемной информации, то, соответственно, ты тогда знаешь, что происходит, почему происходит, когда можно вмешиваться, когда нельзя вмешиваться в жизнь человека. И, ну, соответственно, уже руководствуешься этим. Сколько у нас еще? Так, значит, ну,
вернемся еще так ближе к практическому применению. Значит, видов диагностики, конечно, очень много, которые можно применять, помимо тех, которые я уже сказал, есть возможность, вот как подключение идет на уровне эфирных тел, точно так же можно подключаться на астральное тело другого человека, и тогда ты переживаешь то эмоциональное состояние, которое у этого человека, да, и тогда ты вот тоже понимаешь, что происходит с человеком, и в том числе понимаешь, как на это можно воздействовать. Если, допустим, надо ментальное состояние человека, ну, бывает вплоть до чтения мысли человека, да, если это надо, то подключаешься на его ментальное, сливаешься с его ментальным телом, своим ментальным, и ты становишься как бы ментально этим человеком, и все о нем знаешь, что он знает о себе, да. Поэтому, когда вот уже такие возможности начинает использовать человек, ну, конечно, тогда все понятно. Вот ко мне, когда приходят в кабинет, я уже с порога знаю проблемы, все проблемы человека. Другое дело, как ему самому сказать это. Да? Потому что часто человек не хочет признавать что-то конкретно, и его приходится подводить к этому осмыслению. Да, а для меня человек раскрытая книга. Я сразу скажу, где у него какие болячки, где у него в жизни проблемы, с кем у него проблемы эти и тому подобное. То есть каждого человека можно читать сколько угодно. Так, на все есть техники. Это не просто, что там это случайно. Нет, на все есть техники, которые работают. И мы постоянно все новым и новым техникам обучаем уже сколько лет. Вот. И сейчас вот новые техники, которые я даю на свет Вифлеемской звезды, когда вот группа включается. Сейчас мы, вот последнее, что мы разбирали, на предпоследнем цикле мы разбирали формирование группового энергетического центра и возможность дальше использования этого высокого потенциала, потому что потенциал группы намного выше индивидуального потенциала, так, поэтому идет формирование группового сознания и, соответственно, потенциала. А последнее занятие, так как мы вот, особенно последние пару лет работаем над тем, чтобы у людей быстрее формировалось уже какое-то состояние, соответствующее абстрактному менталу, и мы учимся создавать универсальное поле знаний. Так, поэтому как, вот, я с 91-го, как вот из Вознесения вернулся в этот мир, так я с этого момента просто прихожу в аудиторию на любые темы, на любые вопросы, без всяких записей, любые практические. Даю объяснение, очень часто люди читают эзотерическую литературу, приходят, вот прочитали там Блаватскую или Алису Белли, ничего не понятно. Вот объясните, пожалуйста, вот, что вот это, что вот это. Я объясняю, мне это все понятно. Я знаю эти законы, я знаю вот, принципы развития и тому подобное. По-другому просто быть не может. Поэтому ты объясняешь все вот эти вот моменты. И то же самое техники, когда ты знаешь, как работает весь этот механизм, то ты, соответственно, и можешь сказать, каким образом можно восстанавливать то-то, то-то и то-то, потому что, ну, все в этих законах. Скажите, пожалуйста, так учение Блаватской, оно верное или как-то вот сейчас про анунаков, еще про каких-то там? Что говорят, это все есть или как? Вы, а вообще в этом разобраться? Вы знаете, вот многие вообще боятся слова эзотерика, да? Боятся слова энергетика, и с этим приходится считаться. Но можно вести себя как страус, голову в песок, да? Я ничего не вижу, ничего не знаю. А можно все-таки постараться изучить, понять и применять. Вот это, наверное, самое важное, потому что, ну, если человек не понимает, ему кажется, это все чушь, это ерунда и тому подобное. Вот по этому поводу показательно вот такой ученый, как Фурса, да, у него дочка увлеклась эзотерикой. Да, он же маститый ученый, он квантовой физикой занимается. Но он вместо того, чтобы отчитывать дочку, куда, неизвестно куда ходишь, неизвестно чем занимаешься, он решил, ну-ка я познакомлюсь с чем, чем они там занимаются. И когда он начал сопоставлять, что вот в этой эзотерике, да, и что в квантовой физике,
постоянные подтверждения. Вот это вот в эзотерике, вот это подтверждается квантовой физикой. Я тоже иногда объясняю некоторые моменты с точки зрения квантовой физики. Что вот там все то же самое идет построение. Индочеловеческая лестница развития – это атомарная лестница развития. И там точно так же энергетический центр формируется в этих мирах. Точно так же идет формирование. Из элементарных частиц все то же материя формируется по тем же законам, что и в человеке. Поэтому, допустим, вот, если взять там кварки и лептоны, да, это вот кирпичики, из которых идет формирование материи. При этом двойные кварки – это бозоны, которые являются переносчиками сильных взаимодействий. Да? Лептоны – это слабые взаимодействия, поэтому из лептонов не формируются ядра, а атомов они формируются только из кварков. Да? А из лептонов формируются электроны в атоме. А это та же система, что солнечная система. Вот это тот же атом, ядро, как само Солнце, и планеты, как вот эти электроны, которые вращаются вокруг Солнца. То есть схема аналогичная, принципы и законы развития аналогичны. Поэтому, понимая все на определенном уровне, легко понимается, что вообще происходит и как происходит. И, допустим, вот ну, тоже вот как вознесенные мастера могут одновременно проявляться в нескольких местах. Так? Это тоже объяснимо с точки зрения квантовой физики, потому что фотон света, пройдя через щелевое отверстие, одновременно может проявляться в нескольких местах. Закон квантовой физики. Так? Поэтому если вот мы говорим о том, что вознесенный мастер это соответствует монадическому уровню, так, то это световое ядро, световое состояние. И поэтому возможность вознесенных мастеров одновременно проявляться в нескольких местах. Вот можно вспомнить, допустим, Сен-Жермена. Да? Когда, допустим, король хотел арестовать и послал за ним значит, стражу, то одновременно он выехал через 6 ворот Парижа. И где его догонять? Да? Одновременно через 6 ворот. И там его видели, и там, и там. Да, ну, иногда у меня тоже такое бывает, как еще в 90-х годах. Было занятие у нас в Глинине на речке, да, ну и во время обеденного перерыва, значит, разбрелись по разным полянам там. Потом, когда на центральной собрались, и вот кто-то там сказал, вот когда Александр с нами был на вот такой площадке, а другие говорят, так он же с нами был на той площадке. Или другой момент, когда мы проводили, допустим, семинар в Италии, а в это же время меня вот из немецкой группы видели на эзотерической конференции в Мюнхене. Да, я в Милане был в этом физическом теле, а во втором виде я был на конференции в Мюнхене. Ну, то есть тогда, когда достигаются определенные уровни развития, то возникают новые возможности. Вот есть информация про 14 число, что это есть энергетическое кольцо милосердия. Якобы все просвещенные, вот тех, которых вы назвали, что они в этот день как бы, ну, как бы все вместе, и там можно обращаться. Ну, я не из одного источника об этом слышала, поэтому я вас спрашиваю. Ну, здесь можно обратить внимание на что? Что вообще принцип развития – это семилучевой. Семь лучей, как семь уровней сознания, и каждый луч отвечает за определенное. Да? Но в связи с тем, что каждое состояние, оно всегда имеет свои внутренние полярности, вот как и у человека анима и анимус, внутреннее мужское и женское, так и, допустим, вот как я вначале говорил, что мы с Ольгой близнецовые пламена, это когда одна монада целостная делит себя на мужскую часть и женскую часть. Развиваются семеричные структуры, мужская цепочка семеричная, женская цепочка семеричная, каждая должна достичь своего как бы эпогея в развитии, после чего начинает происходить слияние между цепочками и опять возникает андроген. То есть монада опять собирает свою целостность, но достигнув уже нового опыта, да, ради чего она и создавала вот это деление. Поэтому
Вот конкретно 7 этих, но так как с учетом деления на мужское и женское, получается 14. Это тогда гармоничное состояние, учитывающее вот 7 уровней сознания с их полярностями, мужской и женской. Поэтому вот это настолько получается значимое число. То есть все имеет свое обоснование, оно не просто так существует. Можно еще вопросы, тут у нас еще немножко времени есть. По заболеваниям, допустим, есть, ну, я уже начал там говорить, правда, время закончилось. Независимо от того, как называют медики заболевания, механизм развития заболевания всегда одинаковый. Поэтому мне не важно, с каким заболеванием работать. Ко мне приходят, с чем только не приходят. Совсем приходится разбираться. То есть вначале это ментальное или эмоциональное напряжение у человека, то есть психическое напряжение. Бывает, что и одно, и другое одновременно, в зависимости от развития человека. Если менталитет уже развит, то будет и ментальное, и эмоциональное одновременно. Так, это вызывает торможение внутри этих тел тонких у человека. Это влияет на эфирное тело, на движение праны, соответственно, которое вот циркулирует по каналам. Да, ну, китайские меридианы можно назвать, хотя там гораздо больше каналов, это как называют эфирная паутина еще. Да? Вот циркуляция нарушается этой праны в организме, это приводит к мышечным спазмам, потому что вся вот эта психическая энергия аккумулируется, и вот блоки эти пранические, да, и возникают мышечные спазмы. И тогда получается, что уже застой в этом месте воспалительный процесс, и дальше пошло-поехало. И для того, чтобы восстановить здоровье человека, опять-таки механизм в обратную сторону. То есть надо снять напряжение в физическом теле, то есть с мышцами поработать, надо снять блоки на уровне эфирного тела, и надо, соответственно, провести психологическую работу, то есть чтобы человек изменил свое отношение к ситуациям, которые его напрягали, эмоционально или ментально. Так? Вот стабильности в здоровье невозможно достичь, каким бы методом ни пользовался, потому что если человек ничего не изменил в своем сознании, он по-прежнему будет так же самое вести себя в таких же ситуациях, он опять очень быстренько замусорит себя, и опять возникнут те же самые напряжения. Поэтому, допустим, что касается онкологии, это обиды и осуждения. Вот пока этот хлам из себя не выбросит человек, никто ему не поможет. Ни целитель не поможет, ни врачи не помогут, никто. Жор. Ну, скажу насчет жора. Только тогда, когда человек выкинет эти обиды и осуждения, ведь другому человеку ни холодно, ни жарко, обижается, осуждает его или нет, правда? Это сам себя наказывает человек этими состояниями. И поэтому, если он сам себя будет съедать этими обидами и осуждениями, он же разрушает сам себя, и ничего доброго не получится. В этих случаях я не могу помочь. Я стараюсь обратить внимание человека, стараюсь ему тоже вкладывать в уши, но, допустим, вот как был пример с одной женщиной, рак груди. Ну, она узнала, что муж ей изменяет, даже не муж, а гражданский муж изменяет, да? И все, полезли эти обиды, осуждения. Вот когда я с ней разбирался, я говорю, ну, ведь это твоя проблема. Почему? Правая грудь – это мужская сторона, это всегда страдает, когда проблемы с мужским началом или с какими-то мужчинами. Так? Поэтому вот пока у тебя будут эти обиды именно на этого мужчину, ты не сможешь поправиться, ты так и загнешься, потому что у тебя другого выхода не будет. Ты все равно нагнетаешь это напряжение в эту грудь. Если сумеешь отпустить, ну тогда все пойдет уже на поправку. Вот. А как это так, я вот возьму сразу его и прощу. Пусть помучается. Так он сходил налево и забыл, а кто мучается? Ты даже с ним вообще не выяснил отношения, даже знать не знаешь, что ты знаешь, что он тебе изменяет со своей начальницей. Легкие.
если легкие, дышать не могу одним воздухом с этим человеком. Ну, бывает же, что онкология натягивает же, вот целители на себя. Бывает такое, что болит. Целитель натягивает только тогда, если он не умеет отключаться от больного. Для того, чтобы отключиться от больного, надо вообще увести свое внимание с этого человека. И тогда вы разъединяетесь с ним, как вот я показывал соединение по эфирным телам. Да? Вот эти остаточные симптомы от больного принятые, это как раз тогда, когда вы связались с ним, но не сумели отвязаться. Мы управляем своим вниманием этими процессами. То, на что сконцентрировано наше внимание, то мы усиливаем. Поэтому, вот когда говорят, а как избавиться от боли? Да? Есть разные способы. Полностью концентрация внимания на чем-то другом, тотальная концентрация, и мы перестаем поддерживать то состояние, которое там. Так? Или же можно и на боль обратить внимание, но только не на саму боль, а на то, как идет уменьшение этой боли. Так вот Андрей сегодня показывал световое состояние, и в том числе это тоже методика наслаивается туда же. То есть мы наблюдаем, как там другое состояние формируется. Да? Поэтому мы не боль поддерживаем, мы поддерживаем то состояние, которое формируется в этот момент. Ну, допустим, была проблема у меня с... там зубом. Мне сверлили без ничего, просто. Да? Потому что можно в любой момент вот от этих состояний просто уходить, и они так и затухают. А почки? Да? А? Почки. Да. Почки — это что? Тревоги, страхи у человека. И если это блокирует, заблокировано, то естественно проблема. И песочек, и камешки будут. Поэтому онкология. Онкология, сказала. В зависимости от локализации, там уже можно говорить о причинах возникновения. А я хочу как-то справиться. Вот знаете, в некоторых случаях помогало так, но кто ко мне иногда приходит, значит, ну так как меня уважают, повесьте мой портрет на холодильник и мне цунами напишите, хватит жрать. Срабатывает. Здесь еще надо разбираться с психологическими проблемами. Можно хоть какие угодно диеты применять, что угодно можно применять, ничего не поможет, пока наконец психологические причины не поймут. Во-первых, вот тоже случай. Ну, одна женщина любит смотреть программу Соловьева. Да? А там же вот все об этих событиях. Ну и начинает нервничать, и программа допоздна, до двух ночи идет. И она вот до двух ночи к холодильнику к телевизору. И похудеть не может, уже вроде что-то, какие-то диеты. То есть, если человек нервничает, раздражается, да, то ему надо это заедать. И вот тогда он и бегает к холодильнику. Ну, еще такой случай был, ну, как-то тоже ко мне приходит один вот колобочек такой, вот так вот, как колобочек раз, и уже вот лег на кушетку. Ну, и пристал ко мне, ну, вот, никак не могу похудеть, вот, как бы, дайте мне пинок, чтобы я похудел. Пропал, потом звонит, я в больнице, что головка бу-бу-бу, головка крутится. Вот, ну, а вы сами знаете, в больнице какое-то питание. Пока лежал в больнице, а головка все бу-бу и кружится, и не выпускает из больницы, но сбросил сколько-то килограмм. Ну и все, выпустили. Вот. Этот номер не проходит, потому что много друзей, они приносят... Что поделаешь? Надо как-то тумблер перекрыть. Хочешь, не хочешь, надо развивать волевой аспект у себя. Так? Ну, от этого никуда не денешься. Ну, правда, есть еще, так сказать, центр удовольствия. Да? Вот в этих вот местах, вот здесь, есть такие вот точки. Да? Ну, здесь вот, когда диабет, то здесь блокируется вот это вот тоже место, которое отвечает за выработку инсулина.
Как, если оно заблокировано, соответственно, вот этот центр поджелудочный, он не работает, и проблемы начинаются у человека. Поэтому нужно снимать напряжение из этой области для того, чтобы нормально задышала поджелудочная железа. Ну, а здесь печень. Печень, она связана с эмоциями. Если, допустим, вот, как я тоже сегодня говорил, иногда ко мне вот приходят там с депрессией или паническими атаками, и вот только переступила женщина вот недавно порог, и сразу у нее там плач пошел, да, то есть сразу катарсис, да, выброс эмоциональный. Ну, у психологов считается это большая удача, если во время терапии удалось вызвать катарсис у человека. Я могу любого человека там буквально за минуту вызвать катарсис, есть у меня свои техники. Это техники связаны с тем, что вот эта вот зона, она отвечает за накопление эмоций. Вот если человеку вот так вот надавить, и у него сразу больно и туго не входит туда пальцы, значит, это накопилось. И у таких людей, если я применю вот такую технику такую, то он будет и бежать, и рычать, и гавкать, то есть будут дикие вопли. Вот когда мы с одной женщиной в Германии работали, а там мы работали в отеле, и как раз вот у нее пошел вот такой эмоциональный выброс, так соседи вызвали полицию, потому что думали, убивают. Вот. Но после этого выброса, соответственно, сразу легко у человека все. Очень прекрасное состояние. Когда полиция пришла, она говорит, ой, мне так хорошо, это терапия была, все в порядке. Олег Александрович, все нормально, воля есть. Но так. Мысли вот такая. Живем-то один раз, пожрать надо. Вот сами-то и сказали проблему. Поэтому есть вот, ну, у меня, допустим, вот смотрите, вот сколько угодно могу пихать сюда, вот никаких боли, я по всей вот линии вот здесь могу себе сколько угодно запихнуть. То есть у меня все в порядке с эмоциями, у меня с будущим все в порядке, у меня с самореализацией все в порядке, то есть нигде этих болей нет. Каждая точка, она говорит о чем-то. Вот. Поэтому для того, чтобы вот тоже снимать эти напряжения, ну, я обычно тоже даю задания людям, не только я там жмякаю тела. Да, я говорю, пожалуйста, тоже самостоятельно работайте. Если вот здесь накопилось эмоций, то чтобы не ждать, когда у вас этот катарсис пойдет, выброс. Вот так вот, насколько можете, поставили сюда лопатками ладони, уперлись вот под ребра сразу. Уперлись вот в свою ногу так, и весом своего тела на свои ладони. Да, и вот насколько вам болезненность позволяет, потихонечку все глубже руки вот туда входят, и таким образом вы можете сами снимать. Я стараюсь не проделывать вот такие вот, чтобы сразу резкий выброс был. Ну, потому что, ну, мало ли где работаешь. Так, вот. И поэтому вот там потихоньку расслабляю вот это место, да, и потихоньку выпускаю. Иногда затошнит человек, вот, и даже до рвоты доходит, я говорю, о, накопили, аж самим тошно. Он да? Самостоятельно, да? Аж самим тошно. Но вот эти центры удовольствия вот здесь. Поэтому тоже, когда вот сюда надавливаешь, вот, и поджелудочно, и в области печени. Вот ребра, да? Да, и сразу вот под ребрами здесь. И справа и слева, да? И справа и слева, да, здесь две точки, которые отвечают. Практически вот, когда мы еще туда даем энергию и разблокируем тоже эти точки, надо, чтобы они хотя бы запульсировали, да, вот тогда уже меньше будет вот этого желания. Можно подойду, вы потом мне покажете. Но при всем при этом надо понимать аспект разработки. Если проблемы, допустим, у человека вот, с простатой, или у женщин там циститы всякие, там, с мочевым пузырем проблемы, с яичниками, то же самое, вы берете выше вот это вот лобковой кости, и то же самое вот так вот на свои же ладони, и там можете микродвижениями расширить.
если вот здесь вот седалищное небо дает вот сюда, дает там в ноги, и если боли в позвоночнике, часто боли в позвоночнике не из-за того, что в спине забрало, а часто ведь мышцы крепятся к позвоночнику и сзади, и спереди. Поэтому вот часто ко мне приходят, ничем не в больнице за пару месяцев боли с позвоночника не снимались, ни в каких-то там этих мануальщиков побывали, ничего не помогает, да? Все-то навсего, прежде всего, отпускаешь напряжение вот этих вот косых мышц, они что же туда крепятся. Очень часто вот здесь же проходит и вот этот вот небо подвздошный, и потом много проблем даже и по ноге, и по суставам идет. То же самое, вот здесь вот отпускаешь вот это напряжение, да, с этой или с этой, в зависимости, где больше локализация. Да, здесь это взаимоотношения с близким кругом мужчин. Да? Поэтому если другие отношения с мужем, с братом, там, с сыном у женщин, ну, то здесь вот это будет напряжено и болезненно. А если здесь с близким кругом женщин. Так? Поэтому я сразу могу даже потыкав по телу человека рассказать его всю жизнь. И с кем, и почему, и как, и тому подобное. Много видов съема информации, конечно, есть. Поэтому отпускаешь вот здесь вот. И в том числе, ну, вот и могут и боли в спине отпустить. Еще очень интересно тоже, вот бывает, что ну, ко мне один дальнобойщик еле приковылял, уже работать не мог, ну, а работать-то надо еще, возраст такой, а ничто ему не помогает, и где только не был, ничто ему не помогает. А я практически у него со спиной не работал. Ну, кто-то сотоляк, я просто шел показать. Идите, пусть больше. На живот. Да, можете не снимать, я обычно не раздеваю людей. Это у нас как-то центр, я работал, но сейчас его уже нет, это можно же рассказать. Но у нас работал один такой уже пожилого возраста, но я себя пожилым не считаю. Но он, значит, как работал? Если к нему приходила на прием молоденькая фигуристая женщина, он ее раздевал. А если уже постарше, то он уже не раздевал. Хотя работал в основном без контакта. Здесь можно было не раздеваться. Я вот на что обращу внимание. Вот здесь вот, когда проходит вот эта вот нервная система, проходит, а все мышцы связаны между собой, так, то получается, что ну, есть первичные места, из-за которых пошло, есть вторичные. И, допустим, вот... Как вот здесь? Пришел покемон, а уйдешь человека. Ну, не то чтобы, да нет, скорее да, чем нет. Ну, можно, но не сильно. Ну, не сильно, да, но все-таки боль. Вот это вот место. Вот. Ну, давят на любя. Оно даже плотненькое, под пальцем. Вот эта точка на икре. Да? А еще вот, ну, есть профессионально, а есть когда вот человек вот на кого-то «я тебя». Вот это напряжение сразу в икрах идет, а если напряжение в икрах, тут и сосуды могут тоже, и вены выпирать, и все такое прочее. Поэтому вот в том случае, как я говорю, дальнобойщик пришел, у него чисто профессионально. Да, я сразу у него спрашиваю, ну, у тебя хоть и фура, но, наверное, автомат коробка. Он говорит, да. Ну, вот это и есть причина, потому что все же привыкли на палке, да, на механике, особенно на грузовых машинах этих. И что получается, когда вот человеку приходится уже на автомате действовать только одной ногой, то есть тормоз и газ, да, а другая нога не действует, но автоматически напряжение в ней возникает, как будто на сцепление надо нажимать, правда?
И вот это нереализованное напряжение, оно откладывается прежде всего вот здесь, и вот это вот, особенно вот эта точка напряженная. А раз здесь блокируется, то тогда вот по системе мышечной и нервной системе оно может отдавать в ягодицу, оно может отдавать сюда, оно может отдавать сюда. Да? И я ему только подержал вот палец на этой точке, и он нормально поднялся уже без всяких болей в спине. Поэтому бывают такие вот моменты, когда, казалось бы, совершенно простыми способами, но можно очень эффективно, быстро помочь человеку. Он вот тоже хочет похудеть. Ну, всегда полезно, конечно, и вот так растяжечку человеку поделать. Будет. Что там, зацепило? Растяжечка пошла. Ну, легкая растяжка, сильных растяжек не надо. Потому что большие усилия, ну, наоборот, усиливает спазм. Поэтому силы, как правило, не надо применять. Но у нас это время заканчивается, поэтому я, у нас не терапия сегодня, конечно. Вот я просто взял для того, чтобы вот тут очень важную точку показать, потому что во многих случаях через нее можно. На середине. А эту точку себе тоже можно проработать? Можно, конечно. Допустим, вот все, что можно сделать по отношению к другому человеку, всегда можно по отношению к самому себе сделать. Я же говорил, что я только никому себя не доверяю, если уж что-то, я сам себя восстанавливаю всегда. На колени вот если. А если колени, это что-то. Сколько у нас? Все, да? Ну, ладно. Пару минут уберу и на этом заканчиваю, потому что меня уже предупреждают. Значит, вот очень маленький комплекс, я сам его тоже часто выполняю, хотя я варьирую. Каждое утро я всегда делаю зарядочку. Больше, меньше, но всегда делаю зарядочку. И очень важный комплекс для того, чтобы вообще вас не беспокоили суставы, а если уже проблемы есть, чтобы могли и восстановить. Значит, работает все тело, все суставы. Вы вот так вот, ноги на шее, не плеч, упираетесь в коленные чашечки, оттягиваете их вниз на прямых ногах и вот так вот несколько качков туда-сюда. Может сразу где-то прохрустеть. Потом, не отрывая ступни, вот так вот по кругу, в одну сторону, очень хорошо работает тогда ступни и вообще голеностоп, в другую сторону. Но тут продолжаем оттягивать коленные чашечки. Затем, при вот таком положении ступней, у вас начинают больше работать вот эти вот боковые мышцы. И в том числе, чтобы еще и спинку разгружать свою, вы продолжаете здесь упираться в коленные чашечки, и, пожалуйста, пошло одно плечо вперед, пошло другое плечо вперед. И вот так вот натягиваются вот эти вот тоже мышцы еще. И делаем это плавно, чтобы мышцы успевали отпускать. Затем, когда мы ноги в обратную сторону, у нас начинают работать вот эти мышцы, которые обычно не включаются. И очень часто из-за этого проблемы с тазобедренными суставами у людей. И вы тогда вот то же самое, плечико вперед, и тут мышцы и спины тоже еще задействуются. И плавненько, не спеша. И тогда именно вот тоже растяжка идет и вот этих мышц тоже. И частично ягодичные мышцы работают. Поэтому, если вот мучает боли в ягодицах, боли в коленях, в суставах этих тазобедренных, то обязательно эти упражнения я даю. Потом потянулись максимально, и потом вниз, и максимально, вот голова, руки висят, прямые ноги. Если к этой ноге мы, значит, вот эти все мышцы натягиваются, я до сюда, от пяточек, плавненько к этой ноге. И опять все мышцы от пяточек и до сюда. Голова просто висит, руки просто висят. И вы постепенно вот ниже, ниже, ниже можете. И потом вот все ниже, ниже, ниже. И
и можно уже и дальше. Да? Поэтому, ну, казалось бы, очень простой и мало времени занимает такой комплекс, но он помогает хорошо поддерживать, и руки включаются, в том числе все практически суставы, включают все мышцы. Поэтому рекомендую, если не хотите проблем со суставами. Обязательно в течение дня, периодически. Вот так тоже все суставчики работают. Вы и энергию сбрасываете, не даете застаиваться, потому что если застаивается, энергия может отпирать во всем теле, тут и давление может повесить, и блуждающие боли начинают появляться, именно когда стопорит сток энергии. И то же самое руками с выворачиваниями. Тогда тоже все суставы включаются. Поэтому, если не хотите проблем, надо хотя бы минут 10 по утрам уделить, ну хотя бы такой комплекс сделать. С выворачиванием. Вообще много очень разных. Я и дыхательных комплексов тоже проработал и давал людям для выполнения, чтобы быстрее восстанавливали себя. При разных проблемах можно всегда найти способ, какие мышцы включить для того, чтобы снять на уровне тела. Ну а там уже плюс энергетическая работа, но на первом месте психическое состояние человека. И, допустим, вот даже онкология, рак крови, да? Периодически приходится работать. Проблема с чем? Плохая работа семерки. Буквально посмотрю на человека, через семерку пропущу энергию, у него уже через день нормальные анализы. Срабатывает. Семерка отвечает за лимфосистему. И в том числе качество крови от этого из-за семерки. Поэтому буквально могут меняться очень быстро даже анализы человека. Иногда вот даже из клиники звонят, вот очень скверные анализы. На следующий день меряют, ну, просят меня вмешаться. На следующий день меряют, все, нормальные анализы у человека. То есть на определенные центры повоздействуешь, прокачиваешь энергетическую, делаешь, разблокируешь. И начинает все железы работать нормально, вырабатывать нормально функции. Поэтому... Так, ну, если телефончик надо, значит, плюс 370. Свет, запиши. 29, 6, 31, 72, 06. Если позвонить мне, то... Мне лучше звонить в понедельник, среда, пятница, когда у меня приемные, хоть я и с утра до вечера без перерыва работаю. Но с полседьмого я занятия провожу, поэтому вечером уже дальше меня не заставят. С 9 до 18.30 меня можно поднимать. Да, в другие дни я могу не поднимать руку, потому что бывает, что я принимаю еще время, уделяю понедельник, среда, пятница. Бывает, я еще, если не получается по-другому, их во вторник и четверг поднимаю, хотя бы несколько человек, если не удается по-другому, и если там нет других дел. Но так как у меня очень много всяких других, это не только работа с больными. Это можно позвонить, да? У нас уже время закончилось. Спасибо.